Доброе молочное утро! В салате важны не только основные ингредиенты, но и соус, ведь он способен изменить вкус любого блюда до неузнаваемости. Сегодня хочу поделиться рецептом оригинальной салатной заправки из био-йогурта и сыра с зеленью и сухариками. Итак, приступим. Чтобы приготовить нашу заправку, нужно смешать 150 граммов нежирной сметаны и 250 граммов био-йогурта «Оптималь». Он низкокалорийный, нежирный и совсем без сахара. Идеальный вариант для тех, кому ни к чему лишние килограммы. Добавляем к соусу натертый на мелкой терке сыр, где-то 3 столовые ложки. И оливковое масло, примерно 2 столовые ложки. Теперь мелко нарезаем петрушку, чеснок и каперсы. Измельченные ингредиенты добавляем в соус. Немного подсаливаем и все хорошенько перемешиваем. Теперь самое время оформить наше блюдо. Листья зеленого салата выкладываем на тарелку. Крупные просто разрываем на кусочки, потому что резать салат не принято, иначе он потеряет и биологическую ценность, и вид. Не жалеем салата, нужно, чтобы в итоге получилась такая вот большая горка. На салат выкладываем сырно-йогуртовую смесь. Перемешивать не нужно. Осталось посыпать сверху сухариками из черного хлеба. Заправка на основе йогурта и сыра идеально подойдет для диетического питания, ведь этот продукт – прекрасная замена майонезу, йогурт намного полезнее. Для моего завтрака я использовала обогащенный бифидобактериями йогурт «Оптималь» без сахара, сметану «Брест-Литовск» и твердый сыр «Брест-Литовск классический» от компании «Савушкин продукт». Ведь «Савушкин» всегда из свежего молока. Приятного аппетита и начинайте свой день с молочного завтрака!